Представляю рефери 14-го боя. Среди международной категории АИБА заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Молдова Сергей Елепенко, Молдова. The fee of this moment is a international fee that owned by Moldova, Сергей Елепенко. На ринг приглашается Галяк Бакши. Первый раунд.
Ему 25 лет. Боксом занимается 18 лет. Учет боев не ведет. Он является чемпионом мира 2019 года. In the red corner, representing Russia, Lev Vashik, former champion of 2019. He is 25 years old. His daughter works in his dreams for his own years. Thank you.
упавший, второй, Гуманай, третий стол, Гарри, четвертый, Мельниц, пятый стол, Елеменко. В этом бою единодушным решением судей победа одержал боксер Красного Угла Глеб Бакшин, Россия. Прошу. Приготовился 16-й парень Андрей Косенков, Бекзат Нурдаумеров. We are honored by the next participants, Андрей Косенков and Бекзат Нурдаумеров.